Господи, это кровь. Можешь ничего не говорить. Что случилось? У тебя похоронный вид, Роберто. Налей мне виски. Ты что-то рано начинаешь. Ты знаешь, сколько я сделал, чтобы устроить свою жизнь. Похоже, судьба на меня ополчилась. Я так и останусь бедным забулдыгой. Бог мой, ты что, жалеешь себя? Я больше не буду встречаться с Мерседес, Матильда. Она мне решительно отказала. Так я и знала, Роберто. Что я могу сказать? Я не хотела огорчать тебя заранее. Но этой женщине нужно другое, другая жизнь. И мы с тобой это знаем. Послушай, Роберто, совет друга. Поищи в другом месте. Мы с тобой не молоды. Нельзя терять время. Тебе надо вернуть годы, которые ты потерял в тюрьме. Чего ты ждешь? Дай мне бумагу. Бумагу. Листок и ручку. Ты неисправимый романтик. Ну что же, наверное, это твоя судьба. И где же место преступления? Это кровь. И нечего смеяться. Чья это кровь? Откуда я знаю? Готово. Ну вот и все. Луиса, дело не в этом. Я сама могла убрать. Это кровь раненого человека. Если он ранен, мы ничего не видели. Я глухая, слепая и немая. Кровь я прихожу и вытираю, а труп пусть выносят другие. Бери с меня пример. Простите, шеф. Я вышел из себя. Этот парень хотел меня убить, а я помогал ему бежать. Как это называется? Предательство. Что с тобой, Рейноса? Не можешь держать себя в руках? Чемора нужен мне живой и здоровый, а ты мог все испортить. Простите, это не повторится. Нельзя было этого делать. Скажите, чем мне искупить свою вину? Завтра ты им займешься. Сейчас он у меня дома. Не знаю, куда я устрою его на ночь, но завтра утром ты за ним заедешь и, пожалуйста, выполняй мои приказания, Рейноса. Будешь звонить мне, когда я тебе скажу. Я все сделаю, шеф. Простите меня. Я не прощаю Рейноса. Запомни. Я не прощаю. Никогда. Хватит напускать на себя таинственность. Рассказывай, что ты делаешь. Пишу признание. Признание? Нет, это давно написано. Придумай что-нибудь другое. Не мешай. Что с тобой происходит, Роберто? Послушай, скажешь, что ты думаешь. Дорогая Мерседес, твой последний визит был для меня решающим. Я пытался вернуть прошлое, но ты дала мне понять, что это бесполезно. Прошлое не вернуть. Я понял, что в тюрьме я был привязан к прошлому. А жизнь не стояла на месте эти 25 лет. Я хочу рассказать о своей обиде. Когда ты клялась мне в любви, я знал, что ты тайком встречаешься с другим. Наверное, этот другой – отец Морены. Сумасшедший! Что ты придумал? Рассказать ей правду? Если я хочу избавиться от прошлого, надо идти до конца, Матильда. До конца. Thank you.
Что? Что еще нужно для счастья? Телевизор. Стиральная машина. Стиральная машина? Да. У нас есть река, совсем рядом. Ага. Там такая чистая вода. И не надо ничего включать? Нет. А что еще? Что еще? Музыка, например. Слушай. Тебе поют птицы. Здесь есть все. Скоро ты будешь их различать по имени и по пению. Я не очень разбираюсь в музыке. Что еще? Что еще? Кино. Вечером мы сядем здесь. Будем смотреть на закат солнца, приближение ночи. Все станет черным. И зажгутся звезды. Это лучшее кино на свете. Самое лучшее. Лучше я буду стирать белье. У меня его совсем мало. Видишь, ты нашла занятие. Стирать тебе белье? Подожди. Ты успеешь. Здесь все время наше. И знаешь, на что я его потрачу? Я буду тебя любить. Моя королева. Моя принцесса. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мой принц. Мой король. Как? А почему я принцесса? Ты ведь хочешь стать наследницей? Придется поторговаться, да? Хорошая мысль. Пойдем торговаться. Да? Идем. Пожалуйста, я согласна. Альдо? Альдо, ты там? Альдо, сынок. Я здесь, мама. Что случилось? Альдо, у тебя в кабинете кто-то есть. Это невозможно. Я закрыл дверь на ключ. Я слышала шум из кабинета. Тебе показалось, мама, там никого нет. Открой дверь, Альдо, не надо считать меня сумасшедшей. Открой дверь, повторяю, я слышала шум. Открой. Хорошо. Если тебя это устроит, я открою. Это телефон упал. И все? Да, он стоял на краю стола и упал. Здесь кто-то есть. Или был недавно. Мама, хватит выдумывать. Я же сказал. Альдо? Я могу видеть даже без глаз. Я не только его чувствую. Я чувствую его кровь. Ты выдумываешь, мама? Альдо? Что, мама? Я ухожу. Хорошо. Здесь пахнет кровью. Я пойду. Я тебя провожу. Когда будет готово? Хватит, Питака, ты ешь, не переставая, с тех пор, как мы...